Компания «Креатив Мебель» расположена в поселке Усово-Тупик. Она производит торговое оборудование, металлоконструкции, изготавливает нестандартную мебель, а также изделия для выставочных залов. В настоящее время она располагает штатом 60 сотрудников и производственными площадями более 2500 квадратных метров. Предприятие постоянно обучает новые кадры. Ознакомиться с работой компании приехал заместитель руководителя районной администрации Павел Кондратский. Он посмотрел два цеха – производственный, в котором располагаются деревообрабатывающие, заготовительные, покрасочные, стекольные участки и помещение металлообработки с полным циклом. Представитель районной администрации в целом высоко оценил работу предприятия. Действительно, название предприятия «Креатив Мебель» подходит к тому, что я увидел. Предприятие полного цикла и воплощает творческие идеи дизайнеров, воплощает именно, материализует их в жизнь. Очень понравилось руководство компании, креативно видно то, что люди не стоят на месте, а черпают идеи отовсюду, от всех источников, обратили внимание на взаимодействие между сотрудниками. Это достаточно доверительные, открытые территории, четкое понимание задач. Предприятие работает на европейском станочном оборудовании. После согласования проекта с заказчиком до сдачи объекта под ключ проходит всего от 3 до 5 недель. Все решения дизайнерские, а используемые материалы исключительно качественные. В числе заказчиков известные торговые марки. Наши цели – развивать направление производства не только связанное с торговым оборудованием, но связанное с ресторанами, связанное с гостиничной мебелью и вообще производить те изделия, которые мы никогда не производили. Мы хотим получать новые задачи и развиваться не в направлении какого-то стандартного, одинакового изготовления тех или других изделий. Мы хотим постоянно знать новое, знать новые технологии, развивать новые направления, поэтому компания называется «Креатив Мебель». В работе используются такие материалы, как ЛДСП, МДФ, шпон, массив, искусственный камень, нержавеющая сталь, металл, стекло. Каждая линейка уникальна, а выпускаемые изделия не повторяются, потому что выполнены по индивидуальному заказу. В месяц компания «Креатив Мебель» выпускает более 1500 единиц различной продукции. Мощность предприятия позволяет полностью оборудовать по 50-60 торговых точек в год. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».